Шарон Стоун. Совершенно верно. Так, актеры роли 400. Тарантино пригласил полузабытого тогда Джона Траволту сыграть в этом фильме бандита за жалкие 140 тысяч долларов. Теперь гонорары у Траволты многомиллионные. Pulp Fiction. По-русски скажите. По-русски «Криминальное чтиво». Совершенно верно, Родион. Играйте. Актеры роли 1000, естественно, да? Вы знаете, мне хотелось бы сказать, я вот объявил Родиона Луговцова как учителя из Дубны. Родион актер по образованию, так что вы в эту тему с ним не очень-то играете. Вот и подтвердил он. Родион. Да. Хотите, вам расскажу, как профессионал профессионалу. Если вы будете вот очень сильно ходить, вы периодически будете выпадать из кадра. Я за это знаю. Я надеюсь, режиссер не держит только меня в кадре. Режиссер там держит еще есть много достойных людей. Режиссер держит в кадре. Все. Давайте играть. По словам героини фильма «Убийство на улице Данте», слава – это когда хвалят люди, которые тебя закончите мысль. Которые тебя не видели. Браво, Александр! Эту роль играла наша общая учительница великая. Хотите, я вам расскажу забавную историю? Нет. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Ты нервничаешь, Иаков, значит, ты не прав. Иаков родил Иуду и братьев его. Нет. Поехали, 800 актеры и роли.